не просто профессия, а служба воротовальник. Напередодні на площі церемоніалу Брестской крепости присягу приймали молодые супрацовники МНС Брестской области. На этот раз серед мужных представников этой профессии нашлось место и пригожей полове. Вероника Яковец протягнет. 63 человека из молодого пополнения МНС присягнули на верность Республике Беларусь и белорусскому народу. Сегодня у одним шерагу с мужчинами присягает и пригожая полова. Высоко нести честь и достоинство работника, органов и подразделения по чрезвычайным ситуациям. Я очень горда, что стала офицером. Очень трепетно и волнительно. Даніна мужності з магарам Брестской крепости – хвилина молчания. Пожидание ветерана службы и благословение святара – добрый початок для дальнейшей, хоть и складанной, але вельми потребной громадству працы. Одна из самых мужных и отказных профессий – профессия воротовальника. Так, у минулым годзе супрацовниками МНС Брестской области было здійснено больше за 4000 боевых выездов. Выратованы житті амаль 7 десятков человек. Это всегда определенный риск, но и вместе с тем проявление соответствующего профессионализма, но и выполнение той же присяги. Мы обязаны оказывать людям помощь, спасать их. У этот день молодые службовцы принимали присягу, а литерально праз несколько дзён 19 студзеня выратовальники отзначат свое профессийное свято. Вероника Яковец, Александр Дзяченко, Василь Палховский, областные новины Брест.